Друзья, всем привет! И, конечно же, привет. Я пошутила, что все это будет делать Рушан сам, а я пойду с телефончиком гусей пасти за ворота. Да. Вот. Мы семья, мы все делаем вместе. Поэтому мы сейчас возьмем два телефона и пойдем гусей пасти. Мелкие вот сюда в дроваловку складывай пока, а крупные я буду туда утаскивать. Ну вот это не мелкая, я думаю. Она дрова не подойдет? Нет, нет, вот это мелкая. Угу. Там кто-то спрашивал за дом Кристины, типа, а где дом Кристины? Но я не могу показать без Кристинкиного разрешения весь дом. Показала маленький кусочек, что смогла. И то не хотела показывать. Рушан тут так прикольно в мусорке ковырялся. Поэтому показала кусочек. Дом, я бы вам еще показала бы его. А так зачем чужой дом Мы уже почти справились. У нас вот эта вот утка, которая на яйцах. Сейчас я вам покажу, отсвечу немного. Вот эта вот. Она в день по несколько раз выходит. Если вот рыжая, которая вторая сидит тоже на яйцах, то она один раз в день выходит. А вот эта несколько раз так вот выходит, выйдет там, погуляет, покупаться может в бассейне. И пошла себе. Сейчас покажем ее гнездо. Гаражу тенек сделаю. Вот ее яйца. Там рыжая сидит. Все, пойдем, пойдем быстрее. Сидит красотка. Все, там идет, да? Угу. Идет, ковыляет это. Вон она. Стала в проходе. Все, мешать не буду. Показала вам. Ездили мы в Павловскую, взяли мы банки. Сейчас покажу, какие банки взяли. Вот, взяли сахар. Да, что, бедный твой пресс? Нет, это сахар, это же мое родное. Теперь можно кофе пить не с тремя ложками сахара, а с пятью. Мешок сахара 1500. Что, банки нести? Ты пока здесь еще. Так, это надо. С собой. А, еще какие-то штучки всякие взял. По мелочи, да? Для раковины. А я зашла в Пятерочку, взяла хлеб, молоко.
это я взяла на блины молоко. Буду блины готовить. Потом масло взяли. Паштет взяли. Сейчас нужно будет чай попить. Вот ничего есть не хочется. Кефир взяли на окрошку. О, и минералку забыли. Вот мы даем, а? Эх, мы даем там. Вот так бывает. У кого так бывает? Пишите. Вот просто отвлеклись. Кто-то нам позвонил. Кстати, мы были в пятерке. Вот кто виноват, а? Будем сейчас искать крайнего. Рож! Цветы у меня, видите, есть такой солнцепёк, и спрятать их некуда. Ах. Что ты вздыхаешь? А, минералка. А где? А где минералка? Какая минералка? Вот. Вот. А, минералка. Ну, где? Ну, нет минералки. А, банки вот такие. 0,25 литра. Маленький, с крышкой под закатку. Да, хотела взять где-то пол-литровый, но нету. Мы все объездили, не нашли. Ну ладно, нам на двоих, допустим, сюда икру заключу. Да, не хватит. Открыл, блин, и поел нормально. Да, и она не стоит, понимаете? Съел и все, и вот 100 рублей. Пришли гости, мы две открыл. Вот, и крышки по 100 рублей, здесь 20 штук. Вот, пока так. Такие у нас сегодня покупки. Газированный мальчик. Видишь, уже прогазированный, наверное. Сейчас мне дашь, наберешь бутылку воды, ага. Я тебе ее загазирую. А я готовлю кабачковую икру. На этот раз я уже перец свой с огорода добавила сюда. И порезала, получается, крупнее. Не стала уже на терке ничего натирать. Просто крупно нарезала кольцами морковь, лук, перец, чеснок здесь. И пусть обжаривают овощи у меня. Вот. А я тем временем сейчас кабачки уже нарезаю. Их я долили. Хочу работать, а жена не дает. Отдыхать надо тоже. Ага. Если бы ты так сказала, то это звучало бы совсем по-другому. А так ты говоришь, я задохнусь, потому что ты пылить будешь. Ну да, меня кондиционер от напольно не спасает. Ну, совершенно не спасает. Кстати, я в тот раз перекручивала икру, и у меня вот эта вот штука, когда я вот ее закрыла, включила, напор пошел, да, или как правильно это? Ну, начала мыть. Да, она у меня я вот прижала вот так рукой, она у меня вылетела и меня как ошпарила. Ну, не теперь не прижимай рукой, проверяй сто раз. Да, теперь я вот хорошо проверяю. А что ты у меня такая блестящая? Я мокрая, насквозь меня прижимай. Ну, попробуй тут, блин, поработать. На улице плюс 40, а здесь, наверное, все плюс 60, блин. Ну, а ты как хотела? Ты все-таки в бане. Да, отлично. Все, хорошо закрыла. Я уже икру по баночкам разливаю. Вторая баночка пошла. Жарко. Я уже 100 раз, наверное, говорила. В одном видео по 100 раз говорю. Ну, потому что трудно даже дышать. Какая аппетитная, густая икра. А баночки-то какие красивые. Я сперва сомневалась, брать мне эти банки, не брать. И надо еще правильно закрутить. Ох, горячие. О, какие баночки, прелесть прям. Я проверяю их, чтобы они были сухие, все. Так что вот так вот у меня пока получается буду дальше работать. Эта фигня залетела, блин. И летает, тут летает. Так вот, смотрите, а я здесь маленьких 7 банок приготовила, простерилизовала. Одну полулитровую баночку простерилизовала. Думала, это побольше будет. Ну, хотя у меня полный казанчик был. Вот. Ну, здесь вот Рушану оставила немного, потому что не влезет у меня в баночку, даже в маленькую. Ну, как раз поужинать. Сейчас я буду ужин готовить.
Вот, и как раз хватит на ужин. Поужинаем. Вот, и вот такие 5 баночек. Такие баночки, слушайте, симпатичные, да? Маленькие такие, аккуратненькие. Ой, удобные. Очень даже удобные. Я потом планирую тоже зарплату получим. Я еще планирую взять тоже 20 штук таких. Вот, так что плюс в мою копилочку еще 5 маленьких баночек кабачковой икры. Так что, кому интересен рецепт, ссылочку я ставлю на видео, где я готовила. Правда, сюда я добавила еще перчик. Но ничего страшного. Может, кто хочет, можно еще и помидорку добавлять. Ну, у кого что есть. У меня, допустим, пока помидорок нет. Вот пока так. Может, попозже еще закручу. Помидоры будут. Уже есть помидорки. Помидорки добавлю. Почему бы и нет. Попробую еще закрутить попозже. Вот. Ну, посмотрим. По крайней мере, насколько у меня Рушан не любит овощи, как он уплетает эту икру, я даже поражаюсь. Он полюбил, ему понравилась икра. Он с удовольствием ее ест. Так что, всем приятного аппетита. Готовьте. Очень вкусно. А у нас уже вечер. Мы сейчас поедем до Кристинки. Закроем окна у нее в новом доме. Вот, мы проветривали просто дом. Ой, ворота не закрыла. Там еще Рушан на меня так смотрит. О, закрыла с первого раза. Были у Кристинки в гостях. Уезжаем. Вот чем мы вечерами занимаемся. Давай, Кристинка, ты сможешь. И, короче, друзья, вот так Кристина будет каждый день, когда захочет выйти. Нет, с дома. А что ты будешь? Я ворота будут открыты? Приезжим в гости, сама будешь открывать и закрывать.